если коротко, то проиграли по всем статьям. В принципе, делали даже не счет 2-0, а просто и как ребята думают там из противоположной команды. Но много проблем. Сегодня состав резко отличался от того, который был победным в первой игре. С чем связано? Ну, я много раз говорил, этот турнир у нас, это подготовка к чемпионату. Все должны играть, все должны получать игровую практику, потому что, что бы мы ни говорили про этот состав, это наши запасные, ну не запасные, скажем, а резерв. И вообще вполне возможно, что кому-то из них придется выйти на футбольное поле и помочь команде. Сегодня ни в основном составе, ни в заявке вообще на игру не было Хайманова и Мастернова. С чем связано это? Ну, Мастернова старая травма, у Хайман плохо себя почувствовал вот именно сегодня, потому что приводящая, решили его поберечь. Ближайший план по подготовке и каким вы планируете состав на третью игру группового этапа Кубка? Сразу скажу, мы будем играть, и этот состав все равно будет играть. Будем играть, чередовать. Но по очереди следующий состав с Химками будет играть тот, который играл с Уралом. Вне зависимости от результата, следующую игру будет играть вот этот состав. Потому что, еще раз говорю, у нас нет задачи выиграть этот кубок. У нас задача с помощью этого кубка подготовиться к чемпионату.